Гринпису. Почему? Потому что недогоревшая сигарета может создать пожар. А так как у меня есть крышечка, кстати, алюминиевая, я безопасно ее тушу. Теперь пожара не будет. Вы со мной согласны, Иван Иванович? Василий Васильевич? Согласен. И самое главное заключается в следующем. Завтра мне, Леонарду Ионовичу, исполнится всего лишь 0,52 года. Но, так как наша страна подвержена опасности, я решил в воскресенье работать опять там, где я работаю. А знаете почему? Потому что стране надо давать тепло. Дякую. Иван Иванович, вы со мной согласны? Время пускай идет. Василий Васильевич, я, кстати, благодарен оператору Васильевич. Дело в том, вот почему оно висит вот так вот криво? Потому что, извините, вот этот, как это называется, саморез ведь? Херня. А если начнется дождь или объявят воздушную тревогу, у меня есть противоядие. Ну все, благодарите. А если надо чай выпить, то у меня есть термос. Мой термос. Знаете почему? Потому что мы все равно добьемся победы. Прямой. Дякую. ЗСУ героям слава. Вечная. Ура! Ура!